Это что еще за херня такая? Халло всем, ребятки, с вами Фокс Нео. И вы хотите спросить, почему я в шапке? Ну, знаете, я тоже у вас хочу спросить, а почему это вы без шапки, а? В общем-то, да. И на самом деле, сегодня у нас очень важная задача. Ну как, тривиальная такая. Нам сегодня нужно призывать сатану. Каждый день этим занимаюсь. Погнали. И призывать сатану мы будем, конечно же, в Яндере Симулятор. Я, если честно, начал игру заново, чтобы вступить в другой кружок, потому что я не нашел, как выйти из предыдущего кружка. И сегодня я все продумал. Мы вступим в художественный кружок, чтобы надеть на себя грязную, кроваво-красную одежду. И мы появились в школе, идем сразу же в художественный кружок и... Эй, да, можем делать фоточки, ей, ребятки. А ну-ка, скажи сыр! Сыр, скажи сыр! Да почему ты не говоришь сыр? Чё слева за херня появляется? Это чё такое слева? Откуда? У меня раньше такого не было. Чё за Sailor Moon у меня теперь на экране? А ну-ка, ой-ой-ой, он рядом. Нет, надо бежать от него. Нет, не нужно меня вязать. Еще рано, вот когда я кого-нибудь пырну ножом, вот тогда можете меня вязать. Да господи, теперь мне опять 150 подсказок будут постоянно давать. А, куда мне вообще идти? Я, честно говоря, понятия не имею, где рисовальный кружок. Так, может быть, мы его тут как-нибудь найдем? Я только сейчас обнаружил, что карту можно приближать. Окей, сверху я смогу найти. Так, на первом этаже у нас как раз-таки ритуальная комната. Туда мы зайдем в первую очередь, а рисовальный кружок, наверное, у нас на втором или даже третьем этаже. Так, этаж повыше. А, я иду на этаж повыше. Нет, мне тогда нужно спуститься на первый этаж. Где у нас сэмпай? Рисовальный кружок. Где у нас? Тут у нас танцевальный кружок. И я не вижу рисовального кружка. Я помню, что там мольберты стоят, и его найти довольно легко. Но я его не вижу. Кстати говоря, есть фишки, связанные с кружком кибернетики, о которых вы мне написали. Это, конечно, все очень интересно. Но обо всем по порядку, ребятки. Я не вижу художественный кружок. Ладно, как-нибудь разберемся. Давайте сначала сбегаем тогда за ритуальным ножом, раз мы на правильном этаже. Так, спускаемся и побежали прямо к нему. Прямо к ритуальному ножу. Блин, мне так интересно, что это за игрушки? Можно ли их как-то взять? О, я могу фоточку сделать прямо с Sailor Moon. Я на что-то определенно нажал. Так, сохраним. Я могу ее как-то выключить? Так, селфи мод. В этой игре можно делать селфушки, почему я обо всем узнаю только в третьей серии? О, я могу сфоткаться с игрушечками. Кайф, я еще и с ритуальной комнатой сфоткаюсь. И с сэмпаем сфоткаюсь. Да я вообще буду со всем фоткаться, но возможно мы будем фоткаться со всеми в следующей серии, а пока мне нужно за ритуальным ножом побежали. Пока меня никто не видит, мы должны прокрасться к нему. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. А, черт, я знаю, как вступать в клубы, но это не клуб, в него нельзя вступить. Так, аккуратненько подходим к ножичку. И нам нужно убедиться, что никто меня не видит. Ты что здесь делаешь? Посмотрите, она пришла смотреть, не возьму ли я нож. Ха, думаешь, ты меня проведешь? Это я тебя проведу. Уходи. Так, она ушла. Больше тут никого нет. Хватай нож. Так, схватила нож. Кайф. Скрой его. Скрой. Все, нож у меня в инвентаре. Че это вы пришли в виртуальный кружок? Тут ничего интересного нету. Теперь мне нужно в художественный кружок. А, вот он, арт-клуб. Так, заходим. А где, собственно говоря, хозяин клуба? Так, что они тут вообще рисуют такого интересного? Так, давайте заценим. Я, знаете ли, тоже художник своего рода. И что вы тут рисуете? Они тут рисуют шарики, перспективу, руки, пропорции, анатомию. Короче, ничего интересного. Хотя, блин, вот здесь довольно крутые рисуночки. О, что это за звук? Что за звук? А, вот он, чувачок. Здорово, я хочу вступить в твой клуб. Да, асепт. О, ему понравилось то, что мы захотели вступить. Теперь мне нужно переодеться. Маскинг тейп. Так, я переоделся. Бокс-крутер. Ай, чего? А какого хрена она на меня напала? Что это такое? Я просто вступил в кружок художников. Что это было? Какого хрена? Она меня повязала. Что, простите, это что за хрень была? Так, вот чекпоинт. Какого хрена она меня повязала? Больная на голову. Но я, кстати, все еще в художественном кружке. Это хорошо, это замечательно. Возвращаемся обратно. Он на первом этаже был или на втором? По-моему, на втором этаже он был. Рядом с музыкальной комнатой. Я знаю, где музыкальная комната. Музыкальная комната у нас на втором этаже, да. Все, я запомнил, выхожу. Какого хрена она на меня напала? Психопатка, блин, это ее надо повязать, а не меня. Отбитая на голову просто. Идем в арт-клуб. Заходим. Так, мне нужно
нужно переодеться. Так, ножик мне не нужен. Маскинг тейп. Я, видимо, какой-то... А, у меня ритуальный нож пропал. Охренеть, мне теперь еще и ритуальный нож искать нужно. Мне нужно еще вылить на себя какое-то ведро с краски. Так, change, переодеться. Так, я переоделся. Замечательно, теперь мне нужно каким-то образом измазаться краской. Или теперь, когда я измажусь, они не будут меня ловить. А, вот, да, могу измазаться. Так, измазываемся. Кайф, все, 10 из 10. Теперь я в кровище, но никто меня за это не повяжет. Гениально, идеально, просто 10 из 10. Возвращаемся на первый этаж, мне нужно взять ритуальный нож. Теперь я могу спокойно совершить убийство. И меня никто не поймает, правда. Возможно, они найдут мои отпечатки, но я не оставлю орудие убийства. А, вот опять она пришла меня ловить. Я знаю, что если я возьму нож, ты меня заломишь, а? Больная. О, у меня даже телефон в кровище. Смотри, я в краске, да. Это не кровище, это краска, давай. Сваливай отсюда быстрее. Выход там, дверь там. Ой, вот так-то. Я не знаю, почему это сработало. Все, дверь закрывается. Иди, иди отсюда. Нет, да не входите вы сюда. Да. Ладно, берем нож. Сразу прячем его. Тихо, тихо. Все, у меня нет в руках ничего. Так, ну они видели мой нож. Теперь я должен просто взять. А что они тут делать будут? Они в круг становятся. Стоп! Это оккультисты! Охренеть! Так, закрываем дверь. Оккультисты собрались. Так, я вас фоткаю. И у меня есть ваша фотка теперь. Я вас сдам властям. Я вашу фотку теперь отправлю в ЦРУ. Так, они тут постояли, но поняли, что им сатану без моей помощи не призвать. Теперь мне нужно совершить беспалевное убийство. Мы должны найти какого-нибудь одиночку, который где-нибудь ходит совершенно один, и прибить его. Так, вот ты одиночка. Нет. Проще всего людей убивать на крыше. Так что пойдемте на крышу, аккуратненько убьем кого-нибудь. О, хотя может быть ее. Нет, тут слишком много лиц, которые могут заподозрить меня. Тогда на крышу идем, идем, идем. Поднимаемся на крышу. Я на крыше, замечательно. И есть ли какие-нибудь одиночки на крыше? На крыше всегда есть какие-то одиночки. Вон там две телочки. Подойдем к ним, посмотрим, что у них тут интересного. Так, здорово, да, я просто из кружка рисования, не парься. Так, еще там две телочки. Блин, их тут слишком много. Ладно, сделаем это быстро. Подходим. Делаем так. Черт, мне вторую тоже придется убить. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Подходим. Делаем еще один чекир. И убираем нож. Нож убирай. Все, бежим обратно. Я немножечко сошел с ума. Совсем капельку. Так, мне нужно на первый этаж. Так, я спустился на первый этаж. Они пока не знают, где я и что я. А, я точно на том этаже, на котором нужно. Нет, черт, я на втором этаже. Мне нужно еще на этаж ниже. Они скоро найдут трупы. Они очень скоро найдут трупы. Мне нужно быстрее сюда. Так, теперь куда мне нужно? Куда нужно? Куда-то либо налево, либо направо. Я не ориентируюсь в этой сумасшедшей карте. Видимо, куда-то сюда. Так, вот она, эта комната. Вот она, эта комната, да! Так, закрываем дверь обязательно. Никто не должен видеть сатану, кроме меня. Я его призвал. Так, берем нож и вставляем обратно. И что происходит? Так, куда я телепортировался? Чё за нахрен? Это чё ещё за херня такая? А? Охренеть. Вы кто такие, ребята? Чего вам от меня надо? Я могу превратиться в кого-то из них? А-а-а, это кого я могу призвать? Я могу призвать какую-то сумасшедшую аниме-тян. Могу призвать какую-то школьницу-паучиху. У нее 8 глаз. Нет, вот это самая криповая хреновина. Вот этот вообще ни о чем какой-то чувачок. И вот это очень крутой пафосный чувачок. Но я призову самого страшного. Так, призываем. Будь невиновным. Нет, преступлением. Я не могу это корректно перевести, простите. Так, окей. Что происходит? Мне страшно. О чем будет делать в школе? Вот я его призвал, а что в школе будет происходить? Охренеть. Охренеть. Вот этого я не ожидал. Я думал, это прикол какой-то. А это ни хрена не прикол. А если туда труп притащить, что будет? Можем мы призвать сразу, я не знаю, Люцифера? Или там был Люцифер какой-нибудь японский, я не знаю. Так. Нужно правосудие. Нужно возмездие. Да, нам нужно все это. А еще нам нужен сэмпай. Давай, 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 погнали. Все, пропустили. Ну, я вроде его призвал. Все, я могу и возвращаться обратно. Ну, давайте проверим. Или попробуем призвать его тоже. А ну-ка, камун. Так, 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 так. Он такой, типа, смертный здесь, как необычно. Так, они все, кажется, не соглашаются призываться. Я не понимаю ничего. Окей, давайте попробуем школьницу призвать. Возможно, я сейчас троих призвал сразу же. Use the blade. Используй лезвие. Окей, понятненько. Ладно, давайте вернемся обратно и посмотрим, что у нас изменится в школе. Возвращаемся. Интересно, они все трое появятся? Или никто не появится, и я накосячил? Возможно, им нужна жертва. Нет, в школе никого нет. Серьезно? Так, забираем ритуальный нож. А, она меня чуть не спалила. Охренеть. Это было опасно. Так, ну и где демоны? Блин. Никаких демонов нет. Возможно, мне нужно притащить туда труп. А я могу напасть на эту бабищу? Блин, она смотрит. Это нужно тогда на нее нападать сзади. Я могу взять свечку? Если я возьму свечку, ты не нападешь на меня? Так, берем свечку. Давайте ее в центр поставим. Возможно, дело в
в свечке. Так, поставили свечку в центр. И нет, к сожалению, свечка здесь не помощник. Черт. Ну и где нечисть? Труп как бы сюда тащить, это слишком, потому что это очень далеко. О, тут какие-то игрушки и фигурочки. Так, я могу переодеться. О, нет, я в кровище! Не-не-не, как сменить обратно? Тут какая-то поэма. Что? Моника из Доки-Доки? Че это, пасхалочки? Я нашел пасхалочки! Так, это что такое? Очки, этот чувачок. Так, я теперь как Моника? Морковка во рту? А это к чему отсылка? Это комната с отсылочками? Так, а теперь я в кого превратился? Краш, я не знаю, что это такое. Мы можем заставить следовать за собой какую-то панду. И котика тоже. А вот это вот отсылочка на Metal Gear Solid. Гениально. Это игра на 10 из 10. Так, мы можем еще поднять какой-то рог. Подняли. Рог. А как мне все это снять теперь? Я чё-то ничего не вкурил. Так, ну и что это? Так, ну и все, погнали. Зато теперь меня никто не поймает. Я теперь могу с ножом бегать по школе. Давайте попробуем убить ее. Так. Убили. Ничего, правда, не вижу. Так, замечательно. Теперь давайте перетащим это в ту комнату. Давай, тащим, 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 тащим. О, что с трупом? Труп не тащится ни хрена. Нет, труп застрял. Так, открываем. Труп застрял. А что делать? Ой, нет, вы мне мешаете, ребятки. Пожалуйста, отойдите. Я не могу труп взять. Так, дроп, драк. Давай, давай, труп. Тут в стене труп застрял. Ну и что теперь с ним делать? Ну, класс, в стене застрял труп. Да она что-то тащит. Весело тебе там. Чё нахрен происходит? Так, меня не видно. Так, убери нож из рук. И что происходит? А где все, кстати говоря? Где все школьники? Чё происходит? Чё я сделал со школы? Я вообще теперь ничего понять не могу. Так, на карте вроде ничего не поменялось. Вообще толком нигде ничего не поменялось. Но мы призвали каких-то демонов непонятных в наш мир. И я их, правда, не вижу. Интересно, если я убью прям при людях кого-нибудь, что будет? А ну-ка. Ну, вы не видите, кстати, убийство. Смотрите, никто меня не видит. Это гениально. Тогда я вас всех убью. Да, меня никто не остановит. Как мне снять эту коробку? И что будет, если у меня проценты дойдут до нуля? Смотрите, они просто мимо проходят такие. Ну, каждый день такое у нас в школе происходит. Типичный американский школьник. А! Что происходит? Почему они стали черными? Мертвое тело. Они меня сфоткали. Она куда-то побежала. А ну стой. А ну стой, падла. Стой. Я вижу, что ты меня сфоткала. Никуда ты не убежишь. Даже не вздумай никому это отправлять. Черт, она отправила это кому-то. Через 5 минут прибудет полиция. Нет, ты поплатишься за это. Коробка убийца убьет тебя. А теперь она сама убивает. То есть мне даже не нужно ничего делать. Я просто подхожу, и все умирают. У меня просто 0%. Смотрите, я сейчас ничего не нажимаю, она сама нападает на всех. Она с ума сошла. Как мне снять коробку? Я не понимаю. Так, стой. Так. Прибил. Напишите в комментах, как снимать коробку. Смотрите, что творится. Мы видели каких-то призраков. Так, возможно, мне как-то можно снять эту гребаную коробку. Что с ней творится-то? Я не понимаю, как снять все это. А-а-а! Волосы себе поменял. У меня теперь хвост из коробки торчит. Сэмпай, кстати говоря, все еще сидит. Сэмпай, насрать. А что ты не убиваешь ее? Давай. Режь. О, да. Черт, меня еще кто-то видел. Меня все постоянно палят. Да что ж за школа-то такая? Все меня палят. Мне еще интересно, что будет, если подождать эти 5 минут. Кто приедет за нами? Сможем мы их убить или нет? Это ее мысли? Ей смешно, она такая хихи. Забила кого-то битой хихи. Ха-ха-ха. Теперь твоя очередь, девочка. Нам нужно вернуться в сад. Так, ну и чего? Что ты мне сделаешь? Ничего ты мне не сделаешь. Я нападу на тебя и убью тебя. И буду смотреть себя в трусишке. На мне вся одежда сразу перемешивается. Это выглядит максимально странно и крипово. Так, я хочу в сад. Блин. Вот это у нее беда с башкой. Мы как-нибудь потом их повторим. И посмотрите, у нас вся коробка, просто вся коробка в кровище. Так, нет, это не тот сад. Мне нужно найти нормальный сад. А ей все мерещится, как она убивает всех подряд. Охренеть. А, я могу отдалять камеру. Так, а где нужная мне локация? Она с той стороны, что ли? Я кругами бегаю. О мой бог, это что, мертвое тело? Да, это мертвое тело. Так, ладно, ребятки, вы мне мешаете. Вы очень крутые, но простите, вам придется остаться тут. А еще, вроде как здесь можно переодеться. Эй, а я еще кого-то, видимо, прибил. Да что такое? Кто мне мешает зайти туда? Я упираюсь, я не могу туда зайти. Смотрите, подхожу, и она просто не заходит туда. Ладненько, я не могу туда зайти. Так, мои друзья там ждут меня. Возможно, мне в мужской нужно зайти? Нет, в мужской я вообще не могу зайти. Меня прям на входе откидывает. Окей, я понял. Через пару минут уже здесь будет полиция, скорее всего. Но ничего, демоны с ними разберутся. И почему все для меня теперь черные? Вроде как, если я убиваю человека, я могу его взять и сжечь в мусоропроводе. Я сейчас проверю это, ребят. Ребятки, вы не переживайте. Они такие смотрят, такие типа, чё? Чё творится? Мы бежали отсюда! Быстрее, Толян, валим! Так, и драм. Да, я могу избавляться от тел. А как сделать так, чтобы тела не протекали? Вроде как для этого нужен степлер. Об этом тоже люди в комментах писали. Я могу, к примеру, за собой прибраться? Я думаю, что да, для чего-то ж есть швабры. О, я нашел монтировку. Кайф. А если я нападу на этих великих бойцов кунг-фу? А,
им вообще насрать. Они ничего не смогут мне сделать. Охренеть, вот это ты больная. Так, погнали. Я почти дошел до места, к которому я стремился. Миссис Коробка. И да, я понимаю, что она вас уже раздражает, меня тоже. Но я понятия не имею, как мне выкинуть эту гребаную коробку. Так, а, тут нет телочки, которая с ключом. А, нет, вот она. Так, я тебя просто забью. Замечательно. А как мне ключ взять? Все, у меня есть ключ. Так, драк. Так, оттащили, а вон ключ валяется. Замечательно. Дроп. Дропни ее. Дропни. Дропни, я сказал. Так, выкинь ее. Все, выкинули. Ключ мне надо подобрать. Так, стащили ключик. Можем открыть эту дверцу и узнать, что там. А что тут у нас, блин, не из-за коробки ничего не видно. Так, тут какой-то мышьяк. Ничего не вижу, блин. Нахрена я сюда заходил. Тут крысиный яд. Я не знаю, отбеливатель какой-то. Топор. Ой, я могу еще поджечь. Тут канистра. Так, возьмем канистру. Сколько тут интересного. Лопата и циркулярка. Охренеть. Так, я взял с собой канистру. Я могу как-нибудь ей воспользоваться? Не убить кого-то канистрой, а именно поджечь тут все. Могу как-нибудь? Я думаю, что да, но пока что непонятно как. Поэтому возьмем с собой топор. Потому что скоро будет полиция, и у меня будут проблемы. Нужно разбираться с проблемами с помощью топора. Как истинная маньячина. Так, сваливаем. Пойдем ко входу. Полиция скоро приедет. Нужно их встречать во всеоружии и в прекрасном образе коробки. Так, побежали. Тут немножко кровища. Ну, я думаю, кто-нибудь приберется здесь вместо меня. Я тут еще могу немножко в кровище походить. И смотрите, следы от меня остаются. Блин, в этой игре столько продуманных вещей. Почему разработчик не доведет ее до ума уже столько лет? Так, мне все мерещится. Полиция должна была уже приехать. А где она? Где вход вообще? Вход у нас... А, совсем с другой стороны. Ну, давайте насквозь пройдем. Только сделаем так, чтобы сэмпай нас не видел. По идее, полиция уже должна была приехать. Только я ее не вижу. Эй, копы! Кстати говоря, если я зайду к вам... Опачки. Ты что делаешь тут? Ты думаешь, тебе все позволено? Ой, нет, меня повязали, кажется, прям в коробке. А, мы зашли в учительскую. Охренеть, какая криповая картинка. Вы посмотрите, у нее башка дергается. Ну и жесть. Это не серия, а какой-то кек у нас. Ну, ребятки, если она вам понравилась, то обязательно ставьте лайкосики. Также пишите в комменты, чем мне заняться в следующей серии, потому что без вашей помощи я не придумаю, чем мне заняться. Также подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Ну, а с вами был Фокс в шапке. Увидимся.